Добрый день, друзья. А чем вы сейчас занимаетесь? А мы сейчас обедаем. Вот. Щи с чесноком и с салатом. Со сметанкой. Да, наш любимый салатик. Да, диетический. Диетический, как всегда, с моим любимым Сижу я сегодня вот авокадо. в своем любимом халатике. Вот, что-то одеваться лень. Ну, приходится вот так халат накидывать. Все хочу пижаму себе, блин, приобрести. Такую легкую. В этом жарко как-то. Тепловато. Ну, тепленький он так для дома. А у меня сегодня любимый мой суп, который Андрюшке не понравился. Ой, ну он такой вкусный, я просто тащусь. Это вот тыквенный суп-пюре, очень вкусный. Ну это на любителя, родителям возили, им тоже очень понравился обоим. Я просто человек такой, как вот я, допустим, с детства привык, что тыква, она сладкая. Я люблю тыкву, кашу. Вот я, ну, с тыквы, там еще вот, я помню, бабушка у меня в детстве добавляла пшено туда. Я обожал такую кашу и до сих пор обожаю. Но вот она, это суп или как там, пюре соленое с тыквы. Ну, я вообще Ну, на вот любителя, на любителя, да, да. я этого не А могу я понять. просто вот прям, это вообще мне очень нравится. Я вот ела бы его только такой. Так что вот я буду себе еще делать. Вот такие вот мы разные с Натыльком. Вот он щи, а я этот супец ем. Ну. Ну, наверное, так и уживаются вот люди, которые разные. То есть, если были одинаковые, они ужились бы друг с другом. Наверное. Вот так вот. У нас сегодня обед запозднился. 4:25 время. Да, у нас вообще время сдвинулось так. Не понять. Ну, захотели есть, значит, едим. Значит, что по это обед. А по времени уже не смотрим. Ну, высчитываем. Ну, Часа чуть-чуть, да. 3-4, чтобы был это интервал. Да. Все-таки. Стараемся хотя бы так. Ну что, обедаем? Да. Обедаем. У нас сегодня погодка прохладная. Сегодня у нас мороз был. Ночью -6 было. И ветер холодный. Ну, про ветер не знаю. Ну, холодно, мы Не шлялся ходили. я ночью по ночам, Да ты не не ночью, шляешь? днем мы Это Наташа ходили. там, я не знаю, пока я сплю, шляется где-то, блин. Ветер у нее там, Мы в голове, блин. хвостиков ходили кормить. Холодно. Там и Муська сегодня, я даже что-то забыла снять. Мурка прибежала наша. Дымок. Дымок прибежал, да, только не был рыжика. В прошлый раз рыжик, а сегодня и дымок. Этот, Барсик, барсик. барсик приходит. Я что-то даже как-то и забыла снять их. Они зарычать начали, там мясо у них, они быстрее хватать эту мясо. Дележка у них там. Дележка. О, все жирненькие. И барсик, зиму, наверное, все прям отъедаются. Но мороз теперь вот, не знаю. Нет. Так, я хочу сказать, у меня щи тут уже стынут. Остыли уже. Ну хорошо, давай все. Жрать я хочу. Ну не жрать. Кушать. Ну все, давай есть. Все. Кто с нами, всем приятного аппетита. Ну не можем мы вот без болтовни такой, без Да. приколов. Вот такая семейка у нас. Я ничего не прикалывался, я действительно хочу Ну кушать. нет, я говорю, вот что-нибудь, да вот ляпнем. Ну все, друзья, всем приятного аппетита. Вот, друзья, наши банды. Как всегда, вместе с нами. Ой, братик с сестренкой. Да, Пушочек? Пушок. Пушок, ты всегда хотел старшую сестру? Ну, он ее любит, конечно. Она еще выпендривается так, да, от него. Голову так убирает, убирает, а он ее и за голову обнимает. Вот кадры никак прям не поймаем, да, Андрей, такой кадр, как они прям вот любовь проявляет свою Пушок к Ловке. Я обожаю смотреть такие моменты. Да, Пушочек? Пушок. Ноль. Как будто тоже глухой вместе с ней, Андрюш. Глухопень. Подлол кушает. Ага, и даже глазками не мыркает, лежит. Зато Лола, слышишь, ушами так шевелит, как будто слышит. Кулемы. Че, Пушок, на улицу не хочешь? Там холодно. Друзья, мы выехали погулять, подышать воздухом.
На улице у нас сегодня не холодно, ну и не жарко, как говорится. Поэтому думаем, поедем подышим. На Волгу съездим. Сгораем. Скупаемся. Здравствуйте, друзья. Тут у нас что-то работы идут полным ходом. Что-то тут пляж обустраивают. А уже детвора вон бегает. Делали здесь деревянные какие-то. О, вот тренажеры, Андрюш, смотри. Что, пойдем прогуляемся? Поставить. Волга еще не замерзла. Нет, еще можно искупаться. Ага. Да, она смотри вообще, да? Ноябрь месяц. У берега даже не замерзла, что ли? Ну нет, пошли сходим. На Волгу сходим, потом куда? На площадь такая здесь большая, да, считай? Здесь тоже, наверное, что-то будут делать. Да. Не знаю, да. Но не маленькая площадь, конечно. Ну, да. Это будет центр развлечений. Ночью разве плохо? Для детей хорошо, а почему? Детские площадки там какие-то. Сейчас пройдем, посмотрим. Я надеюсь, это летом это все не обгородят и платные не сделают. Ой, не знаю, у нас в нашей... Все возможно. Да, кто знает, что придумают. Да ну нет, я думаю, что это... Все для гордости, для гордости. Да, город делает. Благоустраивает для нас. Да. Для жителей. Потому что если это коммерческое... Я не думаю, что они здесь денег подымут. Да. Потом, ну, чтобы это же... Здесь надо... не разбогатеют. Да, чтобы отбить это. У людей зарплаты небольшие, поэтому больно-то... Ну, раз, ну, два ребенок придет, родители потратятся. Потом все. Ну, да. Смотри, это что у нас там? Домик на воде. Да, он постоянно там стоит. Да? Ну-ка, дай-ка. Прибавлю. Рыбаки там, наверное, живут. Вот вырвались подышать, а то все дома до дома. Ну да. Вода такая чистая. Вода прозрачная. Угу. Чистенькая. Поближе. Холодненькая. Вода прям такая отличная, прям скупнулся бы. Жаль, плавки забыл. А то прям окунулся бы. А то прям нырнул бы, да? Нырнул бы прям вообще, да. Не, а что, я могу. Наспор. А с кем спорить-то будешь? Со мной, что ли? Да. Вон кто-то еще плавает на лодке. Лодки еще, да. Это рыбаки, скорее всего. Ну, конечно. Либо туристы. Залетные. Да, у нас туристы тут нет. Ну, пошли туда, сходим еще. Ну, у нас моржей много в городе. Ну да, вон у них там домик даже стоит. Где? Ну вот, моржи-то у нас там. А вот синий. Да? Синий, ну, вот где эти? Да, там не весь какой. Афиши какие-то там что-то наклеено, да? Вот они там. Ну да, они там моржи. Переодеваются, купаются. Ну, моржей много. Потому что вот когда выкладывают в Одноклассниках, там в Инстаграме фотографии, ну, у них команда не маленькая. Наверное. Женщин больше, конечно, мужчин меньше. В основном женщины. Вот. Да. Я сколько раз обращала внимание. А почему ты не там? Ты с ума сошел. Я же вообще сразу заболею. Я начала как-то один год, мы с Андреем начали закаляться, ну и что? Через какое-то время у меня герпес на спине. Такая боль, я месяц болела. Вот это я так переохладилась. Поэтому я больше забыла все. Закаливание не для меня.
Ну, тренажеры новенькие еще в целлофане. Андрей, подержи, я капюшон надену. Шутите, прохладненько. Сейчас надо куртку приехать свою с пакета достать и это пар генератором ее отпарить всю зимнюю. И одевать ее. Я ее достала пакет, но еще не вынула. А я думал, ты говоришь, на, подержи это. Телефон это. Снимай? Не, хочешь это. А, позаниматься? Позаниматься. А я умею, что ли? Это что, да какие-то для меня непонятные. И после короны, слышите, два раза только можно будет. Это вот сюда нет, что ли, да, какой-то? Нет, я не... Это, наверное, уже... Это... Не, ну только не шкаф. Ну, что-то как-то вот, наверное, так. Нет, это типа это турника и брусьев. И уголок пресс качать, я думаю, что это такой вот типа турник. А там что, смотри, что-то деревянные какие-то турники тоже. Ну это как типа полосы препятственные какая-нибудь. Вверх сделали это. Я вот такой же хотел тоже сделать это в Японии так делать. Я вот первый раз увидел это в Японии. Так вот, оно вроде солнце, а когда солнце заходит в пиковую какую-то, и она тень создает. Так что вот так вот. Ну, детям интересно. По-любому. Все-таки. Ну, вот, смотри, сколько этих турников, сколько. Как мы в школе любили тоже. Ну, вообще, да, я считаю, это нужно, да, конечно. И вообще, вот дети, вот они будут уже с детства развиваться, конечно, как говорится. У нас вообще такого дождь даже и не было. Вот сейчас вот немножко состроили. Не, ну, мы ходили, я помню, в шестую школу. В школах. Мы в школах, да, ходили вот на эти турники, там вот... Занимались это самое. Это уже, а у нас во второй школе, где я училась. У нас Они были, в этом. Мы в шестую ходили, но, по-моему, в пятой в мое время не было. Нет, у нас нормально там было. Вот мы лазили. Я с первого класса как обезьяна на турниках лазила. Мне так нравилось. Да? Ну да. А еще у нас в городе цирк. Уже, наверное, скоро сдавать будут. Сейчас надо проехать, показать, какой цирк. Ну да. Они его давно строить уже начали, лет 20, наверное, не больше назад. Ну да, наверное, перед 2000, я чуть даже не понял, может, 90-х или 2000. Вообще, потом заморозили они это здание. Ну там стены, одни стены были. Ну, вот, да. И здесь вот резко начали строить летом. В августе или в июле. И уже все, он состроили уже. Вот она. Кто? Не знаю, тетка какая-то ходит тут. Шляется тут. У тебя что, после ковида это, да? Не узнаю. Деменция? Да, не узнаю. Жену. Всегда так думал, смотрите. Ой, как страшно. Такой это? Люк. Люк, он такой дырявый, а там глубокий. Ой, какой страшный. Вот, и я все время думал. Вот смотри, это вообще машину тут ставить. Вот так вылазишь из машины. И туда ульк? Не улька. Ключи достаешь. Точно. И что-нибудь раз, ключи выпали из рук в этот люк, и все. Сейчас мы поедем. Мимо цирка проедем, посмотрим еще. Сегодня у нас прогулка. Ну да. И вас с собой берем. Ну вот, друзья, приехали мы в цирк. Надеемся, что это будет цирк. Может, Андрей, сейчас да, думаем. Да. Может, уже пока строилось и что-то, они уже передумали. Ну да. А мы думаем, что это цирк. Но вообще изначально это как бы говорили, что будет цирк. Но был долгострой. Сейчас мы уже думаем, мы подъехали и думаем. Да нет, они летом начинали строить, и все у нас в городе говорили, что это цирк. Да. Да. Но будем надеяться, что это цирк. Ну это здорово. Ну да. Ходить. Это же классно даже. А то у нас одно время цирк уехал, клоуны остались. Теперь вот назад цирк вернулся. Да. Вот уже собака. Цирковая. Конечно. Цирковая. Наверное. Так что так. Нам бы туда вовнутрь попасть.
внутрь хочешь зайти? Да. Ну, большое здание, оно там вот я смотрю прям назад туда. А таблички нету у нас нигде, когда нет, он еще ничего нет. Когда он завершится. Вот. Сейчас вот посмотрим. Они сами не знают. Ой, господи, ты что, меня напугал сам запасть? Ты чего? Да у меня нет ничего хорошего. Да нету ничего. Да не хорошего. Ну что, 21-й бегает, сколько не взяли? Какое? Ну, да, она убежит сейчас. Ну, а не знаю, как хочешь. Она же полегла, что-то там косточку грызет. Она и здесь по... живет, наверное. Она кушать просила с моей кухни. Даже корма не было собачьего. Ничего. Ну, да подожди. На. Ну, она и чуечка. На. Что, вкусная колбаска? Ну, завесьте кусочек колбасы, что ли, тогда? Да, ты моя хорошая. Да, я же смелый. Да, сигареты, нет. Это бумажка. Да ты моя, какая хорошая. Да, ты голову так кладёт. Да, бумажка, нет, и всё. Ну все, поехали мы. Друзья, приехали мы с прогулки, и вот холодновато стало, говорю, надо куртку достать. Вот, смотрите, это я так на лето в пакеты вакуумные складываю. И плащ свой также, и куртки все. И вот так, сейчас надо вынуть мне отсюда. Там, по-моему, и штаны тоже, да? И куртки, и штаны. Нет, штаны у меня отдельно были. А как он дает? Комбинезон. А как он дает? Ой, не, надо вот эту открывать, сейчас закрути эту. И открывай, наверное, вот этот замок. А этот не нужен, как его? Насос нужен? Не, насос мы когда... Я ни разу, вообще ни разу не делала, я первый раз. Как мы выкачивали. Мы выкачивали насосом вакуумным. А сейчас ты откроешь, и он воздух туда пойдет. Вот, воздух пойдет, он будет сейчас надувать. В общем, я все сложила, но ни разу еще не вынимала. Да, ни разу. Ну да. Андрей, а что здесь еще? Я говорю, там может быть комбинезон. Я уже забыла. Это мой плащ. А, ну или плащ там. Ба, я забыла, глянь, здесь еще плащ мой. Вот прикиньте, здесь плащ мой длинный, зимний. Ну, ты его, наверное, тоже доставай на зиму. Потом тебе типа, все равно пригодится. Сейчас куртку. Ну, как хочешь. Вот, курточка моя. Вот, сейчас ее отглажу. Отпаришь. Отпарю. Не отгладишь. В обратно разверни, там провод просто. В обратно поверни, вот так. Ну, сейчас. Ну, сейчас мне это мешает. Ну, ладно. Вот такие вот дела, друзья. Ну и все, сейчас будем отпаривать. А правда, мех, ну, этот, как его, синтепон или что там у меня? Такое тоненькое стало. Ну, сейчас напитается, хотя не знаю вообще, посмотрим. Ну, синтепон, ну, там не синтепон уже сейчас, а холофайдер. Ну, что-то там я не помню, что там в ней. Вообще костюм вот этот такой теплый, я выбрала как раз не ехать в командировку вместе со штанами. Ездила в Раменское, Подмосковье, а там вообще новый микрорайон на пустыре. Стоишь, тебя качает, тогда так повернешься к ветру, качает, а в нем вообще прям тепло, даже не холодно. Говорю, ну, не зря купила. Удобный, теплый. Это где, когда в командировке, что ли, была? Когда в командировку собиралась. Так, ну что, отпаривай, наверное, я все-таки не буду снимать. Ну, конечно. Потом, что получилось, вот. Сейчас еще ужин пойдем. Покажу, какая она мятая. Ну да, потом покажу. Да, и какая она потом будет. Сзади покажу центр. Мятый такой. Вот, метина. А вот наверху уже более-менее разглаживается. Ну вот и все. Показывай свое мастерство. Борис, не выключи, мне еще не обожди. Да, смотри, ничего. Сейчас отключу. Нормально. Ну, в общем, все, погладила. Хорошая вещь. Да. Все гладенько. Ну да. Да, красота. Штучка хорошая. Редко, но пользуемся. Это дети нам подарили. Не мне, это тебе, да? Нет, Наташе на день рождения подарили. Нет. Ой,
Ну, как-то дарили. Отпариватели. Да. Я хотела давно, а что-то они здесь говорят, мам, тебе дарить. Говорю, да ладно. А потом говорю, блин, какая вещь хорошая. Они взяли, купили. Ну, в общем, вот так вот. Так что, хорошая вещь. Уже несколько лет она у нас. Когда надо, вот так, хоть занавески, если вдруг. Прям так погладил, повесил. Ну, не супер дорогой, но все равно. Очень удобный. Ну, да. Самое главное, маленький не мешает. Компактный, удобный, компактный, да. Удобный, да. Ну, вот мы не... часто им не пользуемся. Ну, сколько лет, вот хочу сказать. Ну, да. Осень, весна. Угу. Гладим. Удобно. В общем, вот так, друзья. Пошлите ужин готовить. Мы еще ужин не готовим. Скорую руку решила сделать в рукаве. Не в рукаве, а вот в пакете картошку. Сейчас картошку сделаю с... Рыбка, щука у нас, сливочного масла добавлю и лучку. Все. Все, как мы любим. Будет у нас такая вот картошечка. Быстрая. И в этой. Вкусная и сердитая. В микроволновку. Да. Все. Мне, кстати, очень нравится. Ну, не знаю, как вы это распалывали, но все время получалось хорошо. Вкусненькая. Угу. Своеобразненько такой, как-то вкус. Очень вкусно. Мне нравится, она и быстрая, и она такая вся пропитывается, да, маслицем вот этим. Рыбка, масло, вкуснятина. Сегодня у нас будет щука. Тогда у нас была красная рыба. Ну, щукой мы делали в этом. В микроволновке, помнишь? Но в этом в стеклянной чашке слоями перекладывала я, когда мы еще там жили. Рыба была тоже щука. Ты ловил щуку как раз. Может быть. Всю осень ты ловил щуку. Как раз вот щука была. И вот так слоями перекладывала с луком, картофель. Лук, картофель. И был очень вкусный. Ну, сейчас, я думаю, тоже будет вкусно. Что-то картошка слишком мелко порезала. Слушай, рыбы достаточно? Или еще положить? Ты хочешь рыбу? Ну, сколько я, 3 или 4 куска положила? Что значит достаточно? Я не знаю, сколько ты положил. Ну ты не видел? Ну давай еще. Ну я не знаю. Ну просто я тебе еще хочу пожарить, не сегодня, конечно. Да? Ну тогда оставь. Вот все, а это на жарюху тебе. Хорошо. Ты же любишь жареную рыбу. Очень люблю. Солили, поперчили перец. Чесночку можно добавить. И смесь перца сейчас еще немножко добавим. Ну и все, ставим микроволновку. Ну да. Но только опять все шуршит. Мы сегодня вообще что-то прям ничего не успеваем. Целый день что-то у нас. То одно, то другое. Мы даже снимать прям. А у нас, кстати, перестановочка, друзья. Стол по-другому поставили. Ну, да. Часы пришпандорили, да, туда. Часы по-другому он сделал. Вот, и вот сегодня даже некуда, мы бегом-бегом, родители позвонили, мы к ним поехали, вот сейчас съездили, там наелись, но думаю, надо приготовить в любом случае, даже просто этим гавликом, без рыбы, но даем картошку чуть-чуть, да, они щи не хотят, мама котлет дала, они котлет навернули, все, больше ничего не хотят, сидят. Не, они будут, только если потом уже, когда увидят, что больше ничего не обойдет. Может, картошечки им немножко все равно дадим, да. Ну, дадим. Да, мой хороший. Пушочек. Ой, а сегодня Пушок-то. Вы не представляете. Сплю. Он мне на кровать прыгнул. Вот сюда, ко мне прям прыгнул на кровать. Я говорю, ну ты дружбан даешь, говорю, то ласкаться не дает, гладиться, да? Андрею тихонечко. Андрей, смотри, смотри, Пушок, говорю, ко мне прыгнул. Я его глажу, а он прям вот так вот, говорю, ну надо же, вот у него бывает. Ну смотри, а то он теперь оборзеть будет еще и спать с нами. Я не люблю с кошками, да, с собаками спать, конечно, не я надо. Я этого не допущу. Мы тоже его, когда взяли, он у нас главное, да, когда взяли, он у нас вот здесь в уголочке сидел. Сначала прям вот какое-то время, прям несколько месяцев, вообще даже не заходил. Мы его сюда, мы его туда, нет. Потом в спальню, ну чуть-чуть зайди, ну посиди, мы его и так-то... Стал на кровати, в ногах у нас уже, да, уже стал в ногах. Потом уже стал ко мне вот сюда, ну я, конечно... Ну, вот что мне нравится в этом коте, он понимает, ему вот объяснить. Не надо. Не надо, еще нельзя, да.
Вот он на стол же. Никогда не ложится. Мы можем уйти из дома, и на столе будет что-то вот то, что что-то съеду, даже мясо будет лежать. Кроликов резали, да. Мы поехали продавать, а у нас еще здесь тушки лежали. Да. Мы приехали, он как сидел, он даже вообще, вот только мы зашли, он мяу-мяу начал просить мясо. Да, он просит, ничего. Хотя он знает, что там лежит мясо на столе. Он никогда не запрыгнет, даже не возьмет. Мы их урезали, так же могли вот оставить, он никогда. А сумки? Сумки мы приносим с магазина. У нас Пушок не лезет в сумки, у нас Лола. Да. Моська уже в сумке вот так. Все вот. Проверит. А этот сидит, вот, ну посмотри на него. Ну посмотри, лапочка сидит, смотрит. Вот он. Да, Пушарик. Что там у нас в пакете? Это я в сарай собрала вещи. Вещи принесли. Да, Пушок. Как бы не сглазить тебя. Ну вот он молодец. А то прям расхвалили. По столам не лазит, молодец. Ну вот, картошка наша приготовилась, получилось, я думаю, вкусная, но запах просто чудо. Но это уже будем завтра пробовать, сегодня мы кушать уже не будем на ночь глядя. Так что вот так, друзья. Ну вот на такой вкусной, приятной нотке будем свое видео заканчивать. Спасибо, что были сегодня с нами, смотрели. И до новых встреч, друзья. Всем пока-пока.